Готовились как-нибудь к сопернику? Что знали о нем? Ну, соперника давно знаем, еще со времен, когда это был инженер. В принципе, понимали, что игра будет тяжелая. Еще сказалось то, что сегодня утром у нас три человека просто слегли с температурой. Пасечный не приехал в Питер, еще отдыхает. И вот поэтому так мало людей приехало, и из-за этого, по сути, и проиграли. Что скажете про жеребьевку и свою группу? Ну, группа интересная. В принципе, с Молнией для нас будет самый принципиальный матч. Крылья, я уверен, с вероятностью 150%, что крылья займут первое место и разнесут всех, как и нас. Вот, но про ГУМ-РФ я не знаю, что сказать. Вообще не знаю, кто там играет. Отличный первый гол с аута. Это была наигранная комбинация уже? Я думаю, это рандом один из тысячи, что это залетело. Думаю, Коля сам не понял, что мяч залетел в ворота. Вот, но, в принципе, думаю, по первым минутам гол закономерно был. После пропущенного второго гола вроде наладили игру, но потом через какое-то время опять начали пропускать, и игра посыпалась. Что произошло с командой? Произошло то, что судья очень придумал два нам интересных гола, третий и четвертый. Вот, благодаря ему, наверное, мы пропустили столько много. В целом, думаю, ну сказать, что контролировали игру, это вряд ли, но, думаю, не было такого разгрома, если бы не те два гола. Какие планы на этот турнир? Выйти из группы, дойти до четвертьфинала, потому что в том году в 1/8 вылетели, в этом году хотим вылететь в 1/4. Вот, на следующий год, может, до полуфинала доползем. Всем спасибо, удачи.